первой встрече в рамках проекта «Несем позитив» организаторы подошли основательно. Специально для ветеранов и пенсионеров, отдыхающих в санатории Ясельда, была разработана целая творческо-спортивная площадка. Большую музыкальную программу подготовили для обладателей «Золотых лет» солисты коллектива «Музарт». Прозвучали как популярные сегодня хиты, так и знаменитые мелодии разных лет. Своей программой артисты смогли по-настоящему зажечь зал. В это же время проверить свои спортивные способности могли любители активного отдыха. Для них работала своеобразная секция по игре в питанг. Те люди, которые могут о себе позаботиться сами, развлекают себя, могут иметь возможность сходить и в театр, и в музей, и на концерт. Поэтому мы в первую очередь хотим дать какую-то радость и позитив тем, кто, мягко говоря, не может этого себе позволить. Наверное, как никто в этом нуждается. Но и на этом сюрпризы не завершились. Для знатоков истории, культуры и традиций сотрудники областного краеведческого музея подготовили передвижную экспозицию. К слову, каждую такую поездку она будет менять как предметную, так и тематическую составляющую. Мы каждый раз будем подходить дифференцированно. У нас есть несколько выездных выставок, которые работают и уже обкатаны на разных площадках, посвященные истории города, посвященные и истории Брестской области, и посвященные теме Великой Отечественной войны, и брестским писателям, и на экологическую тематику. Всех их будем предлагать и, возможно, дополнять какими-то предметами из наших фондов. Сегодня авторы идеи уже разрабатывают программу второй встречи. Она, по мнению организаторов, будет не менее яркой и интересной. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буктв».